Многие, кто путешествует по экзотическим странам, задают себе вопрос, что привезти из поездки себе домой на родину. Конечно, многие из вас сейчас вспомнят про магнитики, но не только магниты останутся у вас в воспоминаниях. В каждой стране есть что-то такое, чего нет у других. Что есть на Бали? Что привезти домой с этого сказочного острова? Вот как раз об этом мое видео. Приглашаю вас посмотреть. Bali coffee, you can taste different aroma. Bali coffee with luwak. Вот в правой руке luwak, в левой руке. What is this? Арабика? Арабика. Арабика. Арабика по цвету ничем не отличается. Это по запаху. Темнее, арабика чуть-чуть темнее. По запаху Ира сказала. После животного арабика. Ничем не пахнет. Арабика пахнет очень далеко. Где-то далекий какой-то запах кофе. Лювак пахнет прям свежачком. Ну ладно. Это вот такой в ступке. В ступке перемалывают кофе, потом через сито процеживают. Ага. И потом появляется полная баночка. Лювак. Лювак. Кофе. Вот это вот кофе лювак. Угу. This one Bali coffee, robusta. Robusta. Coffee. Вот это пахнет. This is arabica. Arabica. This one robusta. Лювак, арабика. Угу. Молотые. Вот. Старый дедовский метод. Ступки перемалывается. Зачем нам цивилизованные специальные машины кофейные, когда вручную все можно? Когда все делается вот. Здесь есть какао. Какао. Yeah. А вот какао. We roasting also, we ground it. The coffee. You want to try? Yes. If little bit luwak. Luwak? Yeah. Хочешь luwak? Ну попробуем сейчас, да, luwak. А его жарить? Это чай. Это кофе все. Ире принесли для дегустации чай, кофе разных сортов. Здесь все подписано. Джинджер, имбирное кофе. Ванилия. Чай, мангустин. Шафран, розовый чай, красный рисовый чай, кокосовый кофе, sweet potatoes, сахарный картофель, Бали кофе, Бали какао, лимон грасс ти и джинджер ти. Давайте вот что вот начнем пока горячее. Я буду. Бали кофе из Итлюак кофе. No. Робуста. Робуста. Я. О, которая значит Бали кофе робуста. Робуста. Wait up. Not yet sugar. Вот оно мне нравится. Робуста. Итлюак на ю. На ю. Да. Окей. No problem. Следующее. По-моему, валенское какао. 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 Насыщенное, густой аромат прям кофе, но не горькое. Очень приятное кофе. Какао, вернее. Очень вкусный какао. Можно я еще раз сделаю карток? Угу. Потому что мне очень понравилось. Я хотела какао, но попила какао. А следующее. Лемонграсс. Чай будет с лимоном, я так понимаю. Пахнет. Но не как лимон, не наш лимон, а какая-то специя лимона немного отдает. А наш русский. Чай с лимоном, причем очень приторный. Uh-huh. Очень приторный чай с лимоном. Чай джинджер. Имбирный. Имбирный. Это, наверное, мой любимый должен быть чай.
Strong. Strong. Это, боюсь, как бы горло не перехватило, потому что имбирь, это, например, можно сказать, что здесь красный, все сорта перца собраны. Имбирь, это все сорта перца. В общем-то, еще разок. Окей, вот его много не выпьешь, но очень хороший чай. Заварил так, круто. Здесь шафран. Шафрановый чай. Попробуем. Ой, пахнет клубничкой. Супер. Очень. Вот шафрановый чай обязательно нужно взять в Россию. Да? Тебе понравилось? Куркума. Куркума. И тумерик. Обалдеть. Вот этот чай самый хороший. Отметьте, пожалуйста. Замечательно. Не запуться. Здесь снимай меня. Мухи жрут со всех сторон по ногам. Мангостин. Чай мангостиновый, да. Какой запах. Запах. Далекий жасмин. Да. Я его пробовал на одной плантации. Мне, кстати, понравился мангустиновый чай. Замечательный чай, мангустиновый, просто превосходный чай. Идеально. Чай очень. Действительно, ну прям тот самый мангустин. А по цвету напоминает вот эту корочку. Еще разок. А можно как-то... А, нельзя, да? Отдельно нельзя. Раз, два. Какао. Три. Какао тоже. Запомни. Дальше что? Джинджер-кофе? Вот это кофе, да? Да. Давайте... А, нет. Нет, это... Гинсенс. Гинсен. Гинсен. Ванилия, ну. Ванилия? Ванилия. Ванильное. Ага. Ванила. Ванильное кофе. А this one? Ginseng. Ханиман. Ginseng кофе. Кофе с молоком. С молоком какой-то. Ханимун. Медовая луна. Это медовая луна. Сказали, для мужчин полезло. Не пробуй, я сам попробую. Может быть, это для мужчин? Нет, это ты пробуешь ванильный. А следующий вот. Ванильный? Да. Действительно, это кофе с молоком. Кофе очень мало, много молока. Ну, давайте мужской тоже попробуем. На всякий случай много не будем, чтобы осталось Влада. Это мужской кофе. Ну ладно, пусть будет. Пахнет он, конечно, интересно. Пахнет он картофелем. Картофельными очистками. А вкус сейчас скажу. Очень-очень приторный. Видимо, за счет сахара. Много очень молока, сахара. Кофе не ощущается. Запах картофеля. Очисток даже. Пусть будет Влад. Ему полезно. Картофельные очистки. Пусть Влад выпьет, а все самое вкусное Ир выпил. Я чай, кофе, Влад. Sweet potatoes. Сладкая картошка. Вот еще раз картофель. Он не пахнет. Очень далеко пахнет. Далекий запах. Почему-то суть здесь молоко. Sweet Kentang? Наши напоминающие кофе в различных пакетиках. Ну, не из кафе, не Якобс. Это кофе не из кафе, не Якобс, не знаю. Просто наши вот пакетики. Так, это у нас кокосовое кофе. Кокосовое, можно быть. Натуральное кокосовое. Это Баунти. Баунти! Баунти. Прям, знаете, очень. Красный рисовый чай. Следующий. Замечательно. Красный рисовый чай. Ну, по ощущениям, наверное, по цвету, да. Что-то плавает тоже. Запах каких-то специй. Шафранов каких-то, шафрановых. Специи, какая-то специя. Розмарин, наверное. Очень приторно. Очень приторно. Непонятно. И розовый чай последний. Последний розовый чай, это что, из лепестков роз или из чего? Наверное. Розелла. Розелла. What is this? Ибискус.
Гибискус? Гибискус, жасмин. Не жасмин, а гибискус, красный такой цветок, большими зелеными листьями. Это для чай для похудения. Смотри, не похудей, пока едем на мотоцикле. Вкусный чай с кислинкой такой. Вкусный чай с кислинкой. Все, спасибо. Это. Отметь, что тебе самое больше всего понравилось. Так, вот так. Вот. Мангустин. Saffron, ginger, Ну и как полагается, после каждой дегустации все, что понравилось, можно приобрести вот в таких вот маленьких импровизированных магазинах. Ира выбрала чай мангустиновый и шафрановый чай. Ну еще какую-то хрень, по-моему, ей там втюхали. Нет, ничего. Ничего больше не втюхали? Нет, я больше не поддаюсь. Я подумала, аромат, но... Вот это вот алкоголь. Полочка алкоголя. Для мужчин. Арак, 40-градусная водка и арак, черного риса вино. Черное рисовое вино слабенькое. Ну, это вот знаменитый Люак Кофе. А в зернах, которые производят вот такие вот зверьки. И ценник, я вам скажу, не дешевый. Это получается 941 тысяча, сколько здесь рупий, 250 грамм. А, не молотый, а молотый 1 161 тысяча. Рупий. 250 грамм. Если 10 тысяч. Недешево. 10 тысяч рупий равно 44 рублям. Ну вот этот вот кофе мы взяли в Денпасаре. Робуста мы взяли по 50 тысяч за... На сколько мы взяли? 250 грамм. 250 грамм. Здесь 100 грамм, 162 тысячи. Потому что здесь плантация. Конечно, не только кофе и чай везут домой туристы. Это могут быть красивые саронги, национальные балийские. Это могут быть изделия из серебра. Это могут быть различные поделки из красного дерева, из пальмы. В общем, привезти с острова Бали можно многое. Главное, чтобы это осталось в ваших воспоминаниях. Хорошего вам отдыха и до новых встреч!